В Тюмени продолжается уборка снега во дворах по талонам. Напомню, из-за обильных осадков в этом году у коммунальщиков случился настоящий коллапс. Они не успевали расчищать дворы от завалов, жители стали массово жаловаться в администрацию. В итоге городские власти подготовили 5000 талонов, которые позволяют бесплатно вывести снег на полигон. К утилизации осадков по спецпропускам приступили в пятницу. Один талон, одна машина. И этого должно хватить, чтобы расчистить город. Нами было принято также дополнительное решение для того, чтобы на несколько дней в ближайшее время освободить от платы за прием снега со стороны управляющей компании, либо те организации, которые были наняты ими. Мы отрабатываем абсолютно по каждому адресу. Каждый день ведется учет всех обращений, которые поступают. У нас создана специальная таблица, где приведены в соответствие все планы, графики каждой управляющей компании по графику уборки снега. У нас созданы чаты, в которых управляющие компании отчитываются по каждому двору о проведенной, проделанной работе, показывая нормативную уборку дворов. Время работы ограничено, нарушителей сроков ждет штраф. Добавлю, что с начала зимнего сезона управляющие компании вывезли на полигон около 37 тысяч кубометров снега, в том числе почти 15 тысяч по бесплатным талонам.